период с 29 января по 4 февраля 2024 года подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области реагировали на 18 происшествий, в том числе выезжали на 14 пожаров, из них 5 в жилом фонде и 9 не в жилом. На произошедших пожарах эвакуировано 25 человек. Подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области выезжали на 4 ДТП, на которых пострадали 4 человека и погибли 2 человека. На водных объектах области происшествий не зарегистрировано. За прошедшую неделю сейсмособытий и пепловых выбросов не зарегистрировано. В Центре управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Сахалинской области зарегистрированных туристических групп нет. Уважаемые жители, гости Сахалинской области, помните, ваша безопасность, ваша ответственность. Единый телефон вызова экстренных служб 112.